фракцию менять. Я переносил с Аликов сюда мага, то открывает все полетки. Это при переносе. Да, а БС, да. БС не дает. А, вот здесь конденсатор, по-моему. Да, да, да. Конденсатор падает, потому что это сразу гнороса на катаклизме. Не, молодцы. Кто серф это придумал, молодцы. Прикольно сделали. Че, уже боже, да? Угу. Ну, хоть подведите его к этим. Сука, я в КД уебал геном. Порталом веди. А нихер вперед танка вообще агрить. Цепи. Я и так тут в перетягивании каната в данж играю. А ты... Понял, это за всю боль тебе нахуй. За твоего мага. Ту боль, которую я нажимаю инвиз, или в глыбе, блять, стою постоянно. Я чё-то тут она... таких болезней не видел, ребят. За всю боль, блять. Дали бы мне инер, было бы нормально. Ну чё, у тебя ману нет, на? А, блядь, прожал гимн нахуй. Да, да. Блядь, вообще таймингово нахуй. А их бить будут, нет, по цепи? По цепи? Да нахуй ну, надо, просто. Нахуй надо, пусть стоят, да? Они ДПС дают. Да ладно, чё ты, вы? Чё норм? Они не убивают вообще, или чё? Они нет. Таня, стоишь и 1500 дамагов получаешь. Раз тем, ну тогда нахуй. О, догнал я нагибаторов. Чего засекаешь? Ну, в принципе, ничего нового. Банзай, делай армсу, Серёжа. Ну, ковырялка нужна приличная. Для армса надо хотя бы 2-4, а потом уже 4-4 и все, блядь. Топлино. Вот для чешку вместо воли, блядь. Либо чешку волю, все, нахуй. Тогда проблем нету, блядь. А, кстати, надо капы переделать, нахуй, и заменить триньку такой, блядь, за ОД, нахуй. Да мне хотя бы этот череп клыкастый уже нормально будет. Я сейчас, во-первых, я ОДшки сейчас дофармлю с меню этот 32 на 51. Вот, и хотя бы какой-нибудь трениум. Да десятый не бери на вара, нахуй. Бесполезная хуйня. Чё по мане там у тебя? Это же все теки идти, ебать. По мане норм? Нет. О, все теки. Повезло. Турбо, кинь этот каску, пожалуйста. Бафни. Вроде висит же. 27 секунд. Расскажи мне, Транквилити, блять. Давай заходи своим варом 24-20-10, блять. Че, все готово? Секунду. Пускай он пройдет кола. Потом кожи надо нафармить, урок всяких понизить. На фурика, да, на армса не надо. Заходим. Заходим, 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 заходим. Так, Ванзай, собиваешь первые косты, блядь, эти огненные. Сбил. Озвучивать сюда. Огненные, да? Да, огненные. Хорошо. Ты ж не в гире. Подключилка есть на огненную. А.
Сбил. Хорошо. Просто ачивка будет. Ни один огненного шара, блядь. Снежная буря. Слышите, как он кричит, надрывается. Каст еще заткнул, сука. Сбил. Шу, сейчас где-то будет спешл абилити. Сейчас 13 секунд. Огненный. Сбил. Венец пламени, стоим, не двигаемся. Дайте атмосферу, вары. Вар, дай мне атмосферу. Даю. Листы тоже. Подойти, может быть. Сбил? А я бегаю, бегаю, бегаю. Сбивай. Сбили? Да и вроде, не знаю. Сбил? Сбейте. По-моему, один не сбил. Не откадышилось. Ну? Что, сбили, нет? Нет, не сбили. Бери книжку. Я один не смог сбить, там КД было в конце. А я что-то завтыкал, не увидел. Так, надо прыгать вниз, отдыхать, блядь. Так. Квест все взяли, где там? Босс. Ой. Да, вроде. Всё, нам же вниз, вон там, надо прыгать, куда вы пошли? Куда-то там на этого, на моба, да? Так, где он там? Ну дай перо нахуй. Левитацию, блин. Так, вот туда, как я смотрю, дай бе хуярьте. У кого сагрили там, блядь? Моноеда. Лестницами там, пожалуйста. Я что-то не в тот угол спрыгнул. Да, еще террасу надо идти. А, я допер. Сейчас отвалось. Отойдите. Отойдите. Да, на фул гирке не мог. Ого, блядь. Кстати, диван, да. Дивана нету. Это вот сейчас вот призывать эту дуру надо, не? Или как? Или просто... Это на запись прочитать. Да, запись прочитать. А дальше потом нету на Молчазара, если ошибает память же, да? Чё на Молчазара? А, как эту прочитаешь? Ё-моё, чё это за мобы? Танк, подманьте, пожалуйста. Идём сейчас погибели, читаем итем. Да чтоб вас всех, а. На золза запирает. Да, да. Я... А что, танк сдох сейчас, я согрю? Да. Блин, не игрится. Ду, я запись прочитаю. Ага. А, мы сдыхаем специально, что ли? Я не понимаю. Да, этот, как вот, Турбо, у тебя квест тоже? Да, тоже квест. Блять. Клизма, приди, ресни, то, этот, Турбо. Где он? Иди. Внизу где-то? Да, 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 он внизу. Идешь. Пробеги нормально. Ну, по обратному пути. Там за кем-то идут мобы. Кость текстуры. Все. Отагрились. Да. Отагрились, нормально. Куда, в библиотеку портоваться, да? Угу. Не надо в библиотеку, обратно. Погибели. Погибели, идем. Потом кость, да, будем ждать? Да, будем ждать кость, чё, потом... Её погибель убивать, хули её там убивать. Ну да, РБК ещё надо ебануть. Так давай всех подождём, потом зачитаем. Блядь, я уже зачитал. Ну, на, не надо торопить, мастер. Шейпер уже армса делает. Китай.
интересно, что эта хреновина до этого целую неделю с первого раза срабатывала. Я уже думал... Так мы отследствие за ним. Бар, чутенько, да, мы прошли. Да я Додо поднял, сейчас не поднял. Ну, а чё бы нет? Да напишите только ему, что поднял. Ой, ты он куда пошел? Заблудился. Из библиотеки можно чётенько пройти, просто не шарить. Нужно перо или левка. Или парашютик. А потом умирает. В другую сторону пройдёшь, читаю. По бортику можно пробежать и спрыгнуть вниз. Чё, читаем? Да он уже почитал. Он должен вам, по идее, засчитаться, не? Сейчас посмотрим. Квест Турбо, давай. Ты что, вы сейчас мне РБК надо... вот эту тьму будете это, делать, да? Погибели, сдохнуть надо, да? Стой, погоди. Куда-то не туда, да? Направо. Еще раз спрашиваю, на это сдохнуть надо, что к погибели так, через да, ТП? Да, да, к погибели сдохнуть, ну погоди еще. Может засчитать сейчас. Блять, Турбо. Ну, поздно. Команда привыкла жить. Засчитала класс, не? Ну, нам, да. Это теперь что? Поднимите, Турбо да? Надо засчитать. Сейчас Турбо сюда придет, зачитает класс. Что надо теперь делать? Выйдет, а похоже. Здесь где-то прочитать нужно, по-моему, вот тут. Вот тут. Где вот здесь? Где? Вот тут. Погибли где? А, ну да. Не-не-не-не-не, сейчас не нужно. Сейчас дальше пойдем. Сейчас зачитаем, сделаем кое-что. Тут читать. Так, а мы здесь убиваем всех, кроме погибели, да? Да, 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 кроме погибели. Потом идем делаем квесты в РБК, потом идем книжки. Ага, все, я согласен. Ну а чё, смысл? Сейчас сделаем сразу квест. Ну да. Да. И... Я помню, пойдём. Так я квесты делал, 3 КД их делать то одного. А их можно заодно сделать. Чё там дальше, на кость? Да. Лутайте, кто там сможет сейчас. Никто не лутанет, тут уже какой-то Никита стоит, ждет. Еще один какой-то, блядь, хан ждет. Сука, ну давайте туда пройдем. Короче, я побежал туда к Молчазару. Так, а ты прочитал, сделал квест? У меня квест РБК на 2 книжки есть. А, ну все. Турбо там почитаешь? Я туда побежал, отойду, перекурю, а вы там побегаете потом. А, куда идти, ребят? На дракон надо идти, на дракона. Портуйся в библиотеку с первого этажа, и надо давай, бежать к этому, тени рану. Угу. Это Вар, ты говоришь, да? Да, да, да. Ну это откуда мы с тобой бежали? Они гневно. Мы с тобой прыгали направо, а нам нужно вверх, налево, да. Ага, все, разобрался. Да, хуёво это затея убивать, блядь, Сершану на инту, нахуй. Короче, я в Каражане выучил, что куда идти. Я теперь, блядь, не заблужусь. Так, а чё там за бурзка? Блядь, я забыл, что надо портоваться, ёбаный урон. Гаргашься. Турбо, как прочитаешь этот, портуйся сразу. Только дать на кость будет. Мы с тобой, по-моему, мастер делали тут книжки, эти урны читали, блядь. Чё, мы босса бегаем или косточки ждать, что-то не пойму. Не-не-не, идем дальше. Сейчас гнева пустоты завалим, потом этот, Чезаро, потом, или... Шахматы. И шахматы, да. Потом пойдем этот, кость ждать. Кому шахматы нужны, может кость, кстати, пойти лутать. Так-то. Ёпта, кританул.
Турбо, ты хоть не заблудишься, не? Можно все? Че, здесь? Да нет, не должен. Ну, квест мне засчитал, его дальше где задавать? А, я на выходе. Mm-hmm. Иди, портуйся в этот, короче, и... в библиотеку. Что нам, блядь, придется после этого ждать, не знаю, сколько времени, блядь, эти кости, чтобы лутать. Ну, идем, мы сделаем квест этот на курс. Завтра сходим. Все. Просто все равно заходите к 12, что там. Там так погибель идем, быстро же убить, да. Блядь, 10 минут погибель убита на. Ну. И все. Нали на руки. Там на максимум, там если что, во вторник дособерем. Посмотрим. Если все заебись будет. Я бы на Молчазара пошел бы. А что, у тебя не сделан? Да нет. Ну вот. А, ты тут с нами уже, да? Турбо. Чё? Квест да, дальше? я сдал квест уже. Иду наверх. Ты пашешься? Стоим, этих уже не забьем. Чё такая тишина? Ну да, чё? Перенаправление этот, диспельте в присты. Где вы паладины? Они норм? Симон, ты где? Сзади. Погоди, пойди, не агрим. Я тут этого босса не танчил. Чё, тут есть какая-нибудь для танка? А этот... просто красный луч ловишься. Между ним и красным порталом становишься. Тут босс, ты напали, да? Всё. Да.
Дайте что-нибудь, какие-нибудь бафы, не знаю, присобафы какой-нибудь. Лапу тоже. Все, погнали, турбо. Лапу, лапу. Первый был портал, вот откуда ты бежишь, крат. Мне зеленый закрыть или пофиг? Да пофиг. Я же тоже со всеми отбегаю. Да, 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 да. Отбегаем в этот угол, если что. Где зеленый? Босса зашел луч. Вонзай. Да, этот. Можно его чуть-чуть подвинуть вперед. Не, нормально, сайта, нормально. Да? Все, побежали в угол. Где Фулгеркин, блядь? Я его не слышу. Я чуть не сдох. В другую сторону пошел. Ты что, в луже стоял? Да? Не-не, только не подходи к нему. Глыбу нажми. Кто подошел? Киркин. Я на месте стоял. У стены чего-то. Вон, красный около телескопа, поворачивай его туда. Красный, 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 забирай. Зеленый вошел в босса. Ты продвинь его, босса, проведи. Проведи босса. Проведи. Спиной к красному лучу иди. О. Вот. Все, норма, ловите. Синий красный. Я ловлю, ловлю. Шансонг. Если убью, ШВД. Он его не ловит, он вошел в босса. Ну, синий кто-то словите. Встаньте. Шансонг, лови! Не, его нельзя словить. А вот, слови. Бежим куда? Где синий? Там. Сюда. На другую. Где Агри? Да, 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 где синий. Бежали. Пусть синий берет этот клизма. Я же говорю, я бываю случайно нажму ШВД, если ваншотну. Я на ХП перекрикну на всякий случай. Да я возьму, у меня просто г. Все, да? Да, да. А где синий? Синий забагался. Я. Yeah. О, там кому-то колготки покаяния выпали. Тёма, а вы долго еще? А чё ты хоть? Там есть тебе предложение медведям пойти. Мой медведь не отключит. Нет, я тебе дам медведя. Да ты ебанулся, блядь. Не, не пойду. Это что-то 255 вроде, медведь. А я не пойду, не, без 10-11. Блин, а. Блинкануться хотел? Ну, да, блинкануться хотел, потом заметил, у нас что маны ни на блинк, ни на перо нет. Чё, погнали.
Там что, резко, да, да? Починить справа. Да, 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 потом... Ну, соответственно, кости полутаем. Скорее всего, завтра будет гибель. Что? Ставлю полюбаться. Потому что... Вот не вытерпит столько, я думаю. Ну, и пока всех подождем, вы добудут, наверное, часов. А, да? Все равно до часов 4-5. Идем, идем, Лошара убиваем, потом этот, идем на шахмат. А давайте сегодня сделаем, я не знаю, завтра просто. Ну так давай ты... сегодня, чё, так. С каким тебе людям надо кость полутать? Троим? Я, Войд, четырим, походу. Это от часа до двух, то есть у него 15-30 минут респаун. Не знаю, дело, соберите кости тут. Это если с учетом того, ребят, что никто мешать не будет. Ну да. Короче, он забрал кости, я через 15 минут забрал еще одну. Так что в течение там... часа, мне кажется, трое могут легко сделать. Ну, значит, так сделаем еще... сегодня, чего. 15-30 минут она. С учетом того, скольким людям нужна, она сделали бы рез вообще 5 минут. Да, в углу. Это же как бы, ну, проходной квест, правильно? Должно быть все так. Ну да. Сервис не любит упрощать, блядь. Даже ссылка до спеха ему простили, блядь. Трэш вообще батана. А, Зоэл тут? Да. ТБЛ упал. Все это. На кто? Да ладно. Кому? Кому? Мангал забрал. Нормально. Ну, я бежал как мог. Все равно у вас места не было. Да. А вы с, ну, основным составом, ну, типа, с самого начала пошли? Или были замены? Были замены. Кто-то вылетел, у кого-то логин. Там, считай, как собрались, два человека ты заменил, да? Там Суман, еще кто-то, ДК какой-то. Сразу сюда. Синяя метка, туда поджимаетесь. Помнишь, куда ставить? Вот сюда. Ну, милики, могу вот озвучивать. Так вот ставишь, хотя, в принципе, тут все знают, да? Вот так здесь достаешь и все. Вот. Забегать мне нужно? Нет, нет, нет. Все, вот там, стой. Все. Агри, босс. Агри, агри, агри. Блять, надо было бы лемма спекать, все-таки он не нужен, сука. Чуть-чуть правее, а то один. Правее. Еще правее. Еще. Хорош. Во. Так и стой, нормально. Милики забегает в квадрат. Ничего он орёт, да? Милики побежали. Побежали. Квадратик. Так мы его режем, вот он и орёт. Ёб, ты чё, я так близко стоял, но? Брат, тихо стояла близко, блин. Ну похуй, пусть берет Шинсунг. Сейчас смотри, где Шинсунг. А, он отлетел. В РД зону. Голем. Мне кажется, что ты себя Шавдеха уебал. Или тут такое нереально. А, возможно, кстати. Ну как? Милики побежали. Трейд, если есть, БР, дай по Шансунгу престо. А, да, ты ж пишет, ты ночевой сдох от смерти. Ну так ты нахуя ШВД прожил, когда у тебя один хп, блядь? Так оно... Ну, заигрался, чё ты? Элф логика. Ага. Милики побежали. Я сегодня поворот. Не-не-не, нормально всё. О. Вон туда, блядь. Ну вообще, да. Надо выходить отсюда, выводить. Выходить, счет. Ну, тут... Выводи сюда, как ДДшником.
Нам куда-то далеко бежать придется. Через ребят. Големов надо выйти на простор. В углу там нечего стоять. Летит голем, так, туда вздохнет. Сейчас смотрите, сейчас сдохнете. А, ну все, спасибо. Падать тогда надо. Надо было раньше выходить. Дай, дай диван кому-то, да. Было по стенке выйти, кстати, он там сова прошла. Ой, зря мне тут дал диван. Нормально, нормально. Отойдет, все заебись. Давай, мастрес, да я что-то сдох. Шансунг сдох, что нормально. Шансунг вообще, да, я сдох. Шансунг вообще, блядь, кадр сегодня. Что начали, блядь, погулял, а нихера не соображает башка. Не надо никогда запираться в два голема, вот упало, вот эти два круга, вы заперлись туда. Вы думаете, что туда метеор не прилетит? Он туда прилетит, и все. Надо выходить на простор, где нету, где есть место. Ну ничего, не запаривайся. Успеешь, не? Он на второй фазе, по-моему, быстрее кидать, там 10% начинает быстрее кидать. Продажа золота, как дал бы в лоб. Секси голд, эти, с памяти. И всегда, и всегда паладин. Десятого уровня паладин, на это надо. Кстати, да, паладины пишут все время. Кстати, а у них может есть такая херня, что тут им персонажей качают, блять, и потом они покупают этих персонажей на 10 уровня. Смотри, вот сюда. А отсюда и пуляет. Подойдет. Страна Оус. Страна овц. Оз. Безумие привело вас сюда. Я стану А Бейл тут когда дается? Когда топоры будут. То есть 35% вот. Он тогда не надо, там уже не пропадает хп, и он не ваншотит. О, бля. Ну, там. Нет, нету таунта. Два таунта прожил. Еще, еще, еще. Не прожимаешь ВД. Да что за хуйня, блядь? Ты понимаешь, что я жму, мне дают один хп, и я падаю. Ну потому что тут дается одно хп, блядь. Не, так я понимаю, что ВД же там с секундной задержкой типа дается. То есть оно у меня совпадает. Ну тогда щит юзай. Милизону. Твади, правее. Ой, левее, левее, да. Это придется нам убегать подальше, да? Да, 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 убегаете все. Ну так еще, ну опять идет, шансунга нету. Как мы добивать будем? Отбегаем или? Так, будет что. Клизма есть. Охуй, я шаршами подамажу. Вон лимон 5 кдп создается, нормально. Да нормально вытащим. Мало. Валим. Убежали сзади РДшников. Годи. Нормально. Лимон на тоненького стоит прям. Надо было здесь дота, блядь. Доту нахуй. Валим. Опа, РД зона, ушли, ушли на. Ушли далеко, увели на. Блин, тут вообще... тут вообще какая-то жопа, куда миликом деваться, непонятно. Вон где лимон. Ой, а рак нахуй. Да тут вообще какая-то дичь. Сейчас все сдохнут. Не? Ай, в пизду. Положитесь на. Я не вижу смысла дрочить стоять. Давайте нормально как-то. Выйдем, выйдем.
к этим, уходим еще на... Противостоите не только Мальчезару, а и всем подвластным мне легионам. Ты просто игрушками свою смерть, интересная игрушка. Ой, не кажется ли он голосом Гэндальфа говорит? Конец, близко. Так, давайте, собрались. Дайте время на агро, блядь. Дайте на пулы, ну, что ли. Так я и так даю на пул. Короче, ШВД с пула. Щит на себя обновляй. Да какой же я и выкинул нахер с панельки, блядь. Потом поставлю. Так надежней. Из ШВД по дамажу покажу. Играй на тоненького. Каску дай. Сейчас, блядь. Как там камеру можно развернуть так, чтобы хотя бы что-нибудь видеть, кроме письки босса? Ну да, вверх. Так, ну так специально задумали. А что если мы придумаем новую тактику и будем бить его, блядь, санки нашу? Нахуй. Гайдол. Передо. Че тут танк вылетит? Давай. Все, все готовы. На, он Гера быстрее переведет. Не спайте, пожалуйста, пресцы слава тьму смерть. Мелики убежали. Да ёб твою мать! Как так-то, на? Белый чуть-чуть отошел. Прям передо мной стоял. Сука, раки какие-то, блядь, или чё на? Пиздец, хоть в милизоне бегай, на. Милики. А, отбежали. 30 метров, ауру, аура. Это кольцо тьмы. У нас с тобой каст 35 средний. 36. Я стою так, чтобы у меня огненный взрыв не доставал. Это больше 20 метров. РДД, РДД! На. Нет, туда. Уводи оттуда. Молчезара. Че, вроде тоже надо. Переведем, да? Да. Успеем. Или, наверное, еще будет один каст. Бежали. Шли. Вы противостоите не только мальчику. Перевели. Что, големы нахуй будут падать? Да, по големам-то везет. По два голема будет падать. Фаза ледяная и пустошь. А переходка-то на 20, на 30. Сейчас и Шансунг. Шли в милизону. Противостоите не только Мальчезару. Я без маны. Открыты
и все реальности. Вы все извините только Мальчезару, но и всем подвластным мне легионам. С нам, походу, босс уже сжаловался над нами. Мне открыты все реальности. Мне все открыты все реальности. Все так, Дот, уйди оттуда, Дот! А он этот. А он этот умер. Да не умер. Вы противостоите не только мальчику. Я больше, чем, блядь, этот Тёма надамажил. Надо. Витя. Пушку. Лимон, рак, поднимайся. Токены, да, как на заказ. Ну-ну. Так, медь тебе надо этот? Не-не-не, вонзай, да, ты чё? Вонзай? Где вонзай? Да, мне, если только на тест. Так, вот, чё, в рука идём? Если собирать, не-не-не, идём этот. Шахматы. Я не собираю, я так. Да, о, чё? Короче, найдешь корову, приставь и продашь трейд. Дам шлем. Вонзай. Я в короле буду. Я в локе. Давай, забегаем после. Они же апгрейдятся с 45 до 60-х, да, по-моему? 62-е. Все, все зашли в комнату. Это печально. Что, 260-х? Не 62-е, а 260. Т4 до 262-го. До 262. Все готовы, все знают, что делать. Первый пешки. Спасибо. Чернокнижнику, поэтому пошли. Мой чернокнижник. 262. 260. Я что, линканул, блядь, ноги, алё. Так 260-й левел, алё. Некролиты, пошли. Да идём. Мне пишет 262. Не знаю, что тебе пишет, но 260. Лизма, сядь некролитом лево. Блядь, я лучше в настоящие шахматы сыграю. Дота авточес. Ческом. Там сейчас из пешек потом вылезти, да, и залезть что-нибудь нормальное. Да. Сейчас подвину до конца, успею. Сейчас быстрый шахмат, 3 минуты. Это детский мат ставим, да? Клизму, давай вперед, вон, блокируй. Угу. О, все, вылази. Я не знаю, что тебе сейчас смогу, удали кэш, но он 260-й. Не, все пишу 262. Проходите. Изначально отписала. Вперед, я сейчас уйду. Куда уйдешь? Чайник ролит вперед. Ты-то ушел, мастер, на где я сейчас стою. Давай я пройду вперед. Ну так ты вперед пройдешь, Шансунг. Да, и ты на... А, вот, не... да. Все, они пошли стрелять. Блять. И вперед.
Хиль, надо говорить. Похиль пешку перед королем, который... О, это? Да, да, она тоже под хером. Чё, пошел я короля кусать? Волк такой приверженный. Ох, рубак надо, блядь, прохилить. А, меня еще пиздят, сука. А, чё, да, тебя прохилят, мне с ночку. Чё сложно? А мне вообще не пробивает. Ну, у короля еще хилит, сука. Вестник-то? Христы, еб... священник. А вон священник, да. Какой-то нуб мне попался, блядь. С вели... США какой-то игрок, блядь. Такая... У меня тут ферзь, блядь, две ладьи, у него только ферзь остался. Черногнежник, уходи. Иди, уходи, уходи. Может. Сейчас пехотинец сдохнет, королю можно подойти. Че, я похилю, мастер. Блядь, нуб какой-то. Можешь обратно. Мне интересно даже. От да? твари. Она еще и пирсинговая. Король пошел, ох хуй. Ты че себе дропанул, тварь. Маркировка. Чё ты, не достоять до короля, что ли? Угу. Ну, не король. А он же прямо перед собой стреляет, да? Ну, да, шока. Да. И пойти нет, да? Буду лечить тогда. Сменить стратегию. Уберсаж? Типа там. Чё, вайп что ли? Ага. Конечно. А было вообще что-нибудь сладное? Помнит, да? Нет. Когда портал, блядь? Кости надо вот эти. Кому надо в порт? Давай. Полутайте, крикните. Так, только среди лутайте, чтобы кости взять.